Всем отличного настроения. Здравствуйте. Надеюсь, вы хорошо отдохнули в период праздников и у вас обязательно произошло что-то хорошее. Если нет, смотрите Краснодарскую школу покупок и вкладывайте деньги с пользой. Строительство летом в самом разгаре, а значит, есть большая вероятность, что вы найдете вариант, который вас полностью устраивает и ценой, и месторасположением. Где жить спокойно и приятно? Где тихо, уютно и радостно? В спальном районе. Это хорошее, спокойное место, расположенное вдалеке от промышленных предприятий и шума большого города. Все, кто уже живут в этом новом доме, скоро обзаведутся соседями, ведь всего в жилом комплексе будет возведено 10-18 этажных зданий. Вся территория жилого комплекса охраняема. На ней уже готовы и спортплощадки для отдыха детей и взрослых, гостевые автостоянки, и скоро будет возведена многоуровневая парковка. Рядом вырастут детский сад и школа. Квартиры готовы под ключ. В них обои, линолеум, сантехника, электроплита, стальная входная дверь, металлопластиковые окна, остекленные балконы и лоджии. Кстати, приобрести квартиру вы можете в рассрочку до полугода. А те, кто уже стал обладателем готового жилья, не скрывают впечатлений. Кто находится вдали от городской суеты, здесь тихо, недалеко наша дача, свежий воздух, много деревьев. Выезд за город без пробок однозначно, трасса вот здесь, большой гипермаркет, кстати, круглосуточный. А тебе нравится? Да, здесь вообще просто супер. Новые квартиры в жилом комплексе «Восток». Выбор, которым вы будете гордиться. Перспективный район, доступная цена, надежный застройщик. Строй электросевковмонтаж. Мы строим ваше счастливое будущее уже сейчас. Звоните 237-43-34. Когда появляются новые квартиры, появляются и новые заботы. В первую очередь ремонт и покупка мебели. Если вы сейчас заняты обустройством кухни, наш сюжет как раз кстати. Если вы хотите, чтобы на вашей кухне царила особая домашняя атмосфера, вам непременно нужно отправиться сюда, в известную краснодарскую студию мебели. Здесь представлены кухни от лучших производителей, народные кухни Германии, Кюхенберг, кухни Julian Overs и Euronewform. Вы оцените традиционное немецкое качество по доступным ценам. Такие кухни удовлетворят потребности самого взыскательного покупателя, используя инновационный дизайн, экологичность применяемых материалов и великолепные функциональные возможности. Кухня в викторианском стиле, красота, грация, проработанность деталей идеально сочетаются с привлекательной ценой. Этот салон следует самым модным тенденциям в дизайне кухонных гарнитуров. Здесь вы увидите модели из массива дерева и экзотических пород натурального шпона. Уникальные неповторимые элементы и декоры, интересное сочетание цветов и патины можно увидеть только в нашем салоне. Опытные дизайнеры помогут вам подобрать не только мебель, но и встраиваемую технику, которая органично впишется в выбранный кухонный гарнитур. Кухни нашего салона создадут атмосферу уюта, комфорта и украсят ваш интерьер. Студия мебели «Андора» предлагает качественные и красивые кухни от лучших производителей по доступным ценам. Разнообразие стилей и широкая цветовая гамма не оставят вам никаких сомнений в правильности выбора. При покупке кухни столешница в подарок. И вновь наша рубрика «Шпаргалка» и советы от независимого эксперта. Несмотря на большой выбор моделей и цветов кухонь в Краснодаре, вы должны обратить внимание на качество материалов и экологичность. Ведь на кухне мы проводим большую часть своего времени. И вы должны быть уверены в том, что приобрели не только красивую мебель, но и безопасную для вас и ваших детей. Судить о том, что вы сделали правильный выбор в этом салоне, можно потому, насколько грамотно и дружелюбно с вами общается менеджер или дизайнер этого салона. А сейчас наше послепраздничное, надеюсь, настроение продолжит знакомство с ярким и необычным магазином и с его креативными сотрудниками. Не переключайтесь. Мое знакомство с праздничным миром этого магазина началось стремительно и неожиданно. Я мгновенно окунулась в атмосферу праздника, который в буквальном смысле можно всегда взять с собой или создать самим. В этом помогут веселые розыгрыши, шуточные подарки, приколы, сюрпризы, сувениры, праздничные украшения и декорации. Озорные сотрудники познакомят со всеми чудесами этого большого магазина. Кстати, я тоже попалась на их удочку. Посмотрите, какая классная штучка у нас есть. Ну что это такое? Мамочка, у вас есть какие-то приколы, которые не бьются током?
Ни один ведущий при съемках не пострадал, разве что только понарошку. А за перенесенные розыгрыши меня потом здорово наградили, чтобы больше не грустила. Только это не все. Здесь же мне подобрали несколько, вернее, что уж там, очень много забавных образов, которые можно использовать в качестве шутки и поднятия настроения. Огромный выбор шаров, хлопушек, подарков, аксессуаров и принадлежностей для дня рождения, свадьбы, тематической вечеринки. В общем, все то, что вы хотели бы приобрести для любого праздничного случая, но не знали, где найти. Пусть праздник длится вечно! Ждем вас в магазинах «Дуримаркет». «Дуримаркет» — это супермаркеты приколов и розыгрышей, сюрпризов, сувениров и товаров для запоминающихся событий. «Дуримаркет» — самый веселый праздник по самой несерьезной цене. В теплое время года многие переезжают жить за город. И поверьте, лучше, чем мебель из массива дерева, в кантри-стиль ничто не впишется. Красивой мебелью в наши дни никого не удивишь. А вот мебель безупречного качества из массива ценных пород дерева поискать придется. И мы нашли. В Краснодарском торговом центре площадью 800 квадратных метров производят эту удивительную мебель только в Беларуси. Ведь это единственная страна, в которой из поколения в поколение сохраняют и передают сложнейшие и уникальные технологии производства. А владельцы таких мебельных экспонатов покупают спальню, библиотеку, гостиную, детскую и столовую не на один десяток лет, а на века. Ибо всем известно, что дерево с годами становится только дороже. И вашим прапраправнукам достанется не просто мебель, а изысканный антиквариат. Кроме того, доказано, что мебель из массива дерева наиболее экологически безопасна. А положительная энергетика бука, дуба благотворно влияет на здоровье владельцев мебели из этих пород древесины. Мягкая мебель также может быть уникальной, если ее производством занят крупнейший в мире поставщик диванов, особенно с обивкой из натуральной кожи. Такие страны, как США, Япония, Канада и другие. Каркас из массива дерева, натуральная кожа или благородные ткани. Такое сочетание гарантирует, что вы получаете не штампованный диван, а мебель, которая и через 20 лет будет служить вам верой и правдой. Вам предлагают красивую, качественную, добротную, долговечную мебель по цене самой скромной из тех, что вы можете себе представить. Не верите? Приходите и восторгайтесь вместе с нами. Торговый центр «Мебель Белоруссии» предлагает мягкую и корпусную мебель производства Белоруссии из массива ценных пород дерева в лучших традициях классики. Кстати, предлагаю продолжить тему загородного домовладения и времяпрепровождения. Если у вас нет сада, займитесь спортом и не обязательно легкой атлетикой. Бильярдные столы можно условно разделить по двум направлениям. Первое из них – игра, для которой он предназначен. В России наиболее популярны русский бильярд, пирамида и американский пул. Второй классификацией является соотношение цена-качество, а также то, для каких игроков предназначен стол. Поэтому бильярдные столы делятся на любительские, профессиональные, коммерческие и элитные. Итак, сначала определитесь, кто вы и на каком уровне ваше мастерство. Затем измерьте длину и ширину помещения, где планируете установить стол. Определитесь также с бюджетом покупки. И не забывайте, что к столу необходимо будет приобрести комплект шаров, два кия, треугольник, киевницу и полочку, а также светильник. Выбрав качественный бильярдный стол, важно также правильно рассчитать его размер, чтобы он вписывался в то помещение, для которого предназначен. Существуют специальные таблицы для расчета размера бильярдных столов. Некоторые столы могут поставляться на дом как в собранном, так и в разобранном виде. Убедитесь, что он в любом случае пройдет в дверной проем. Часто покупатель недооценивает привлекательность этой игры. Желая сэкономить, приобретает дешевый ламинатный стол, как говорится, чтобы было, но затем всерьез увлекается игрой, и через год-два дешевый бильярд его уже не устраивает. Поэтому, если финансовые возможности позволяют, то лучше купить бильярд на вырост. От некоторых человеческих слабостей никто не застрахован, но хороших специалистов это не пугает, поэтому мы на всякий случай спешим вам их представить. Болезнь, которая в наши дни приобрела форму эпидемии. Болезнь, с которой справиться в одиночку практически невозможно. Наркомания. От нее, по неофициальным данным в России, страдает около 10 миллионов человек. Болезнь не выбирает, богат ты или беден, одинок или семьянин. Она может поглотить каждого. Справиться с наркоманией помогут специалисты. К нормальной жизни вернулись тысячи пациентов. Методика основана на том, что человек погружается за счет специальных медикаментов в состояние бессознательное. Он находится в этом 12-15 часов.
За счет этого стирается влечение к наркотику и устраняется патологическое влечение, память о наркотике. 12-10 процедур позволяют человека сделать таким, каким он был до наркотизации. Индивидуально рассчитанный план реабилитации ожидает и людей, попавших в алкогольную зависимость. Таким пациентам также давно и успешно помогает. Нам попадают молодые девочки, мальчики, которым 20 лет, с розом печени. В основном это проблема смертности мужчин. Каждый второй не доживает до 60 лет, только из-за алкоголизма. Причем для того, чтобы помочь женщине, нужно гораздо больше времени. Методики, которые касаются лечения алкоголизма, тоже авторские, тоже запатентованные. Это аверсионная терапия. Это когда человек покупает в магазине любое спиртное, открывает его, делает глоток и испытывает крайнее отвращение. Вам помогут разорвать патологический круг. Не отчаивайтесь, обращайтесь за помощью. Клиника доктора Воробьева, город Краснодар, улица 8 марта, 29/4, телефон 260-14-96 и 236-04-27. И, наконец, бонус для самых занятых зрителей нашей программы. Полезная информация о том, как не стать жертвой мошенников во время виртуального шопинга. Около 7 миллионов россиян регулярно совершают покупки в интернете, а более 13 миллионов активно интересуются этим видом шопинга. Таковы итоги исследования фонда «Общественное мнение». Молодежь предпочитает покупать в интернете одежду и обувь, а более взрослые пользователи – бытовую технику и книги. Жители больших городов чаще оплачивают в сети телефонную связь и пользуются интернет-банками, а в регионах предпочитают, не выходя из дома, заказывать одежду, парфюмерию и косметику. Интернет-магазины набирают популярность потому, что экономят время. По нынешним меркам это хороший плюс. И деньги. Товары в интернете дешевле товаров в магазинах обычных. Продавец не тратится на содержание торгового помещения и оплату труда продавцов. К тому же именно в интернете есть бренды или группы товаров, которые не найдешь в вашем городе. Еще это альтернативный способ приобретения товаров, а нам только и подавай что-нибудь оригинальное. Минус онлайн-шоппинга лишь один – риски. Мы расскажем о том, как не нарваться на интернет-мошенников и купить то, что принесет вам реальную пользу и удовольствие уже после того, как вы отдадите свои деньги. Правило первое. Выбирайте солидный магазин, который работает не первый год и у которого на сайте есть все реквизиты. Юридический адрес, номер телефона, а для оплаты товаров предлагается несколько различных вариантов и способов. При покупке одежды и обуви важно не промахнуться с размером. Заранее изучите специальные таблицы или свяжитесь с менеджером магазина и уточните, правильно ли вы выбрали размер. Косметику стоит перед покупкой попробовать в обычном магазине. Воспользуйтесь пробниками. Тогда проблем точно не возникнет. И все же, как относятся к интернет-магазинам жители краевой столицы? Мы узнали их мнение на улицах Краснодара и решили поделиться с вами. Ой, без интернета справляюсь. Нет, не покупаю. А почему? Ну, неудобно. Нету времени на интернет. Проще сходить, чем лазить, выбирать, цепляя всякие вирусы с сайтов. Конечно. Да. А почему? Ну, почему не обычные магазины? Потому что там дешевле, и продукция идет из Штатов, и все. Нельзя найти того, что есть здесь у нас. В интернете покупаете вещи? Покупаем. А почему покупаете в интернете? Почему? Да. Ну, потому что это, в принципе, дешевле и, как бы, качество намного лучше. Потому что не нужно платить за магазины разные проценты. Там да, дешевле. Еще эффективно можно ходить, господи, никуда не надо. Дома заказал, да и привезли. В интернете можно покупать только, допустим, там большие глобальные покупки, да? Потому что, ну, по мелочи проще просто сходить в магазин. А если, допустим, ты надолго что-то покупаешь себе, да, то есть тебе надо, да, чтобы оно долго служило, ты должен выбрать, да, ты можешь посмотреть в интернете, почитать, чем отличаются различные, ну, допустим, электронные устройства, та же самая электронная книга, да. Я покупал год назад, сейчас работает прекрасно. Без обычных магазинов все равно мы не обойдемся, но и интернет-магазины тоже будут развиваться. Что и требовалось доказать. Сколько людей, столько и мнений. Не факт, что вы не нарветесь на мошенников и не подарите им деньги. Не факт, что товар доставит вовремя, и вы получите именно то, что заказали. Существует также риск повреждения заказа при транспортировке. Но обмануть ведь могут и в реальной жизни. Поэтому решать, как и где покупать нужные товары, придется только вам. Надеемся, наши советы вам пригодятся. Пока это все новости, настраивайтесь на теплое лето, планируйте отпуск и срочные покупки. Ну а мы постараемся вам в этом помочь. Всем удачи и до свидания. We'll be right back.